нужен человечеству просто потому, что он есть. Потому что если мы не ставим себе высокие задачи, не преследующие цели немедленной, буквально сиюминутной материальной отдачи, то мы сами рано или поздно вырождаемся, мы начинаем искать только сиюминутные решения, а известно, что стратегические решения, нацеленные на большую перспективу, хотя и сложнее, но в конечном счете приносят несравненно больше пользы. Проблема только в том, что для того, чтобы заглядывать на много лет вперед, совершенно не годится ни современная политика, где надо каждые 2 или 4 года думать о перевыборах, ни акционерное общество, где приходится каждый квартал отчитываться перед акционерами. Уинстон Леонард Рэндольфович Спенсер Черчилл сказал: политический деятель думает о следующих выборах, государственный – о следующих поколениях. Если проект полета на Марс действительно будет осуществлен, это значит, что в мире возникло новое поколение государственных деятелей. И России, несомненно, надо участвовать в этом проекте. Во-первых, потому что только мы располагаем технологиями, необходимыми для его осуществления. У американцев с космическими технологиями дела обстоят намного хуже, чем у нас. И во-вторых, потому что нам тоже пора переходить от политического мышления к государственному.